В территориях в поселке Лазурное проводится разминирование территории. Вот так вот наши ребята разминируют практически круглосуточно поля, находящиеся рядом с университетом, школами, детскими садами. Вот там вот находятся мирные дома. В амбулатории поселка городского типа Лазурное каждое утро начинается с большого приема детей и пенсионеров. Здесь работают врачи практически круглосуточно. Для того, чтобы у жителей была возможность в любой момент обратиться со своей проблемой. Детский сад, который совсем недавно был закрыт, уже работает на полную мощь. Работают все группы. Здесь проведен капитальный ремонт. Это поселок городского типа Лазурное и школа, где полностью покрашены стенки, установлены новые спортивные тренажеры. Несмотря на то, что в 20 километрах отсюда, в городе Алешке, идут активные боевые действия, здесь школа уже совершенно готова к новому учебному году. Их детей здесь погибли родители. Они подорвались на украинских минах, которые оставили здесь националисты, прямо на пляже. Например, у этой девочки мама погибла на пляже.